один. Против Фульца. Он включает центр удар. И мяч ворота. Великолепная игра Фида Бартенса. И счет становится 2-2. Помали на контр атаке. После неудачного розыгрыша между главного. И, конечно же, Бартенс здесь забрал. Очень красиво. Но надо отметить замечательную внутреннюю передачу. Знаете, вот удачно. Вот и Кампа, и будет посмотреть, какой пас на него, какое расстояние. Прямо в ногу Бартенсу, тот спокойно обыгрывает защитника и бьет за Юру без каких-либо шансов. Сумасшедший гол, очень красивый. Для Бартенса пятый, там уже шестой сезон. 21-й за Сан-Паулу. Отлично сыграл Финн Бартенс. 2-0, это уже вот